Добро пожаловать на канал «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре ирригатор Xiaomi Dr. Bay GF1. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам, которые я оставила в описании под видео. Активируйте колокольчик и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. Стильный ирригатор с аккумуляторной батареей для эффективной очистки межзубных пространств и безопасного ухода за полостью рта. Представленная модель, в отличие от стационарных устройств, имеет компактные размеры, небольшой вес. Благодаря этому ирригатор легко и комфортно держать в руке. Корпус ирригатора выполнен из полностью безопасного пластика. Используемый пластиковый материал имеет сертификацию качества пищевых продуктов FDA, что позволяет гарантировать полную безопасность прибора для чистки. Ирригатор имеет защиту IPX7, что обеспечивает превосходную водонепроницаемость. Вы сможете его использовать в душе. Корпус устройства максимально герметичен, что исключает проникновение воды внутрь. Ирригатор характеризуется превосходной производительностью. Показатель частоты пульсации составляет 1800 раз в минуту. С его помощью вы сможете качественно и эффективно очистить самые труднодоступные места без лишних усилий. Особенно полезен будет ирригатор тем, кто носит брекеты и другие ортопедические конструкции. Аппарат является эффективным лечебно-профилактическим средством по уходу за полостью рта. Можно выбрать наиболее подходящий для себя режим. Если у вас чувствительная эмаль, начните с мягкого щадящего режима. В случае необходимости можно увеличить напор, переключиться на другой режим. Он не создает неприятных ощущений в процессе очистки. Трубка ирригатора поворачивается на 360 градусов, что обеспечивает удобство использования. Трубка легко скрывается внутри корпуса, поэтому вы всегда сможете брать ирригатор с собой, не переживая за сохранность трубки. Портативный ирригатор функционирует от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч. Одной полной зарядки хватит на 60 дней работы при использовании около 2 минут в день. Зарядка прибора осуществляется через кабель microUSB. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Пластик затирается. Теперь перейдем к положительным. Эргономичный. Бак для воды снимается очень легко. Зарядка на магните. Мощности достаточно. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».